Зеленый свет с фотографией на лобовом стекле. Как нам стало известно из неофициальных источников, сотрудникам ГИБДД отдан негласный приказ. Если у водителя на лобовом стекле висит фотография начальника ГИБДД Оренбургской области Валерия Коваленко, к таким водителям нужно относиться более лояльно и снисходительно, чем к другим. Фотография должна быть расположена примерно так, чтобы сотрудники, которые работали на улице, сразу могли увидеть привилегированного водителя. Мы решили проявить водительскую солидарность и поделиться с автовладельцами портретом главного гаишника области. Разумеется, не бесплатно. А вот по слухам такая фишка есть, что если на лобовуху повесить лицо начальника ГИБДД, то гаишники, ну, по крайней мере, за мелкие преступления не будут штрафовать. Нужна такая фотография? Нет. Нет? Зачем? Ну, не знаю, чтобы вас не штрафовали. У нас такая водительская солидарность. Ну, смотрите, как хотите. Если на лобовуху повесить вот это вот, ну, как-нибудь там сбоку, начальник областного ГИБДД Коваленко, то уже гаишники, ну, по крайней мере, не будут штрафовать за какие-то серьезные нарушения. Нужна фотография? Да я бы с удовольствием. Государственная. А, государственная, а своя личная? Интересно. Нет, а так бы за тридцатник я вам отдал ее. Приказ как бы есть, да? У кого на лобовом стекле висит такая фотография, они, ну, не штрафуют за маленькие нарушения. Ну нет, там я так не штрафую, спасибо. Нет? А то смотрите, предложите коллегам. Ладно, хорошо. Они снисхождение на штрафы делают, то есть, ну, как закрывают глаза на какие-то нарушения. И мы как бы и солидарности предлагаем. Не нужна вот буквально рублей за 30 нам, чтобы окупить эти фотографии, то, что делали. Как не хуже, раньше стали накололи, то... Ну, мы сами удивляемся, еще удивляемся, где ордена-то, почему ордена не повесил на мундир. Нужна? Нет? Нет? Это первый раз. Нет такого? Ясно. А кто это вам такой сказал? Да там какие-то эти автомобилисты, общество автомобилистов якобы. Фигасе. Нужна, нет? Валить. Повесьте себе. Конечно. Нет, у него просто, наверное, не хватило это. Да, 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 наверное, подрезали просто. Ладно, спасибо. Нужна, да? Да. До свидания. Внегласный указ, приказ у них. Кто на лобовуху вешает фотографию, тем вроде как снисхождение по маленьким штрафам. Ладно, не понте. А что? Не, серьезно, не надо? Не знаю, не надо. Это все это с телевидения, что ты мне рассказываешь? Ладно, с 1 апреля. Вообще стоит отметить, что коллектив ОРЕН-ТВ с большим уважением относится к личности Валерия Викторовича Коваленко. И мы просим его отнестись с пониманием к нашему, может быть, кому-то покажется неудачному юмору.